Привет, друзья мои хорошие. Меня зовут Брейн, и сегодня у нас по-прежнему моды в GTA 5. Для вас я сегодня подготовил трех эпичных роботов-десептиконов, которые добавили, ну точнее даже сделал один человек, и я сегодня это дело хочу посмотреть. Как вам такой расклад, а? Я думаю, что многие из вас в детстве любили Лего, может быть, сейчас тоже его обожаете. Почему бы не сварганить, да? Тут, к сожалению, Лего у нас нет, но зато есть возможность сделать вот такие вот эпические штуки. Напоминает роботов, но самое интересное, что вы можете ими управлять. И, в принципе, я хочу сегодня все три попробовать, проверить, как они себя ведут. Этот у нас, получается, самый большой, самый эпичный. Он действительно колоссальных размеров, и он действительно управляем. И вот третий наш претендент. Смотрите, какой классный. Я предлагаю с него начать, он будет нашим первым. А чё-то какая-то, по-моему, у него беда, нет? Он как-то висит так забавно в воздухе. Я проверю, можно ли им управлять. По идее, можно, я вроде как тестировал это дело. Так, залезаем, сейчас проверим. Опа, как тебе такой расклад? У меня есть возможность сделать Jetpack Enable, смотри. Господи, я уж боюсь представить, как я сейчас взлечу. Оп. Так, камера, пожалуйста, прими правильное положение. Чё-то как-то она, по-моему, не принимает то положение, которое мне нужно. Ну, опа, тихо. А сверху с высоты как бы съемки нет у нас, да, я так понимаю? Ладно, хрен с тобой. Попробуем так посмотреть. Ты представляешь, какая задница? Вон наши что, не пропали? Нет? Нет, не пропали, вот они стоят. Я вот думаю, где бы тебя протестировать, потому что в городе это практически нереально сделать. А знаешь куда? Я тебя могу поставить на какое-нибудь здание, ты будешь там стоять. Либо тебя запустить, предположим, проехаться по городу. Давайте попробуем. Так, убираем джетпак. Падаем! Падаем, зараза! Воу! Тихо, твою мать. Так, на Т-шке у нас есть ускоряшка. Смотри, проходит сквозь дома. Опа! Твою мать! Это краш-тест эпических роботов. Вот такая вот самоделка. Делается она у нас и активируется через меню. Плагин такой есть специальный. Работает вот как-то так. Опять же, рассчитывать на что-то колоссальное, типа трансформации в машины или там в самолеты и обратно, определенно не стоит. Просто позабавиться, забавы ради, так глядеть. Фух, жесть какая. Давайте попробуем сразу на чилет, чтобы время нам не терять. Так, телепорт и, естественно, чилет. Воу-воу-воу, держись, братишка! Не падай, сука, не падай же! Ах, чтоб ты сыром срал. Слушай, а если я вылезу и посмотрю на это со стороны? Воу, Франклин, давай вылезай, братан! Холи фак! Серьезно, это действительно холи фак. Так, наш огромный робот, по-моему, падает, смотри. Ни черта! Ёпт вы налево. Я надеюсь, что игра не покрашится, потому что это действительно колоссально, то, что мы сейчас видим. Так, робот вроде встал. Или нет, не встал. По-моему, продолжает падать. Но, тем не менее, опять же, каких-либо кардинальных новых фишек здесь нет. По-моему, создатель мода вроде как сухарик, если вам это что-то говорит. Опа, вот наша штука, я хотел просто полетать, посмотреть, как она у нас со стороны смотрится. По-моему, что-то не очень, да? Я предлагаю, там у нас еще два есть, и надо их тоже попробовать как раз согнать с чилия, да. Так, ну что, я подлетаю к своим оставшимся двум роботам, чтобы проверить, как они себя ведут. Следующий у нас на очереди действительно колоссальный, крутой такой, смотри, как он смотрится круто, а? Если так, знаешь, со стороны глянуть, допустим, как-то закрасить, что это, допустим, вагоны, что это поезд, танки, то смотрится реально круто. Я предлагаю попробовать сесть с ним. Видишь, тут уже прямо это дело все входит внутрь, поэтому считается как бы одно целое. Так, давай, присели. Ты у нас как, катаешься, не катаешься? Опа, движок пошел, отлично. Слушай, а если под воду так зайти? Честно, мне даже страшно, что из этого может получиться. Опа, так. Жалко, блин, камеру как-то далеко нельзя у нас убрать. Или можно? Не, в танке слишком как бы нет самое, не разгонишься. Я думаю, что было бы прикольно, предположим, загнать его на какое-то огромное здание и оставить его там. Так, полетели. Вот наш летающий суперробот. Смотри, какой эпичный. Пипец какой. Господи, как же это эпично смотрится. Да, чё мы только с вами не делали. Смотри, вон там есть самое высокое здание. Но я бы поставил, в принципе, на любое. Тут не имеет значения. Высокое, маленькое. Так, присаживаемся, давай сюда, вот прямо. Тихо, стопешка. Стопе. Воу-воу-воу-воу-воу, держимся, молодцами. Держись, братиш. Фух, давайте выйдем, хотя бы со стороны его оценим, как он смотрится. Жалко, что, допустим, нельзя сделать реально такой вот эпичный мод, чтобы оно как-то стреляло, там какие-то пулеметные были очереди и прочее. Его можно оставить здесь. Пускай. Мало ли, вдруг какой-нибудь там вражина захочет прилететь. Оно со стороны похоже на зенитное орудие. Обалдеть.
И, конечно же, надо будет спустить его с Чили, да посмотреть, что из этого выйдет. Так, вагончики. Опа! Шикарно. Ай-яй-яй, куда ж ты застрял, жопа ты шоколадная? О, боже. Так, ладно, ладно, ладно. Ну что, попробуем, полетим на Чилет. Можно с него стрелять. Можно устроить эпичное, кстати, мы, наверное, так и сделаем, погоню с копами. Кататься по городу. Так, ну что, отправляемся на Чилет. Так, плеер, телепорт, и у нас сразу есть Чилет. Ничего особо сложного нет. Держись, держись, братишка. Держись, держись, молодцом будешь. Ускорение или смерть? Да, чё-то как-то ускорение у нас не очень получается. Он громоздкий, он реально громоздкий, и слава богу, что игра хотя бы не вылетает с ним. Можно летать, но я думаю, я это дело отключу сейчас. Оп, и свободное падение нам явно гарантировано. Давай со стороны посмотрим, можно? Вроде что-то получается. Господи, как тебя штырит, это самая, сука, упоротая серия, наверное, из техники, которую мы тестировали. Охренеть. Робот, конечно, крутой. Бабах, и все. Самое интересное, что, в принципе, я не могу никого с собой взять. Это меня немножко удручает. Так, братиш, ты будешь взлетать? Взлетай! Знаешь, я все-таки, наверное, вылезу и посмотрю со стороны, потому что так эпичнее получается. О-о-о, робот падает! Робот летит! Или робот зовет? Охренеть. Жалко, что он не взрывается, учитывая тот факт, что он как бы построен на платформе танков и поездов, они у нас, ребята, довольно крепкие, поэтому не взрываются как бы не сразу. Он, получается, здесь у нас будет стоять, да? Нет, родной мой, я тебя сейчас подвину. Щи, да, больновато, конечно. Так, что ты мне скажешь? Как в тебя, блядь, залезть-то нормально? А если такая штука была бы, допустим, в онлайне, я думаю, что можно было бы устроить реально адский угарчик. Смотри, какая тема, а? Блин, где ж я таких видел? В какой-то игре, по-моему, ну, не трансформеры, конечно, а что-то похожее было. Там как раз такие ходили. Давай, присаживайся. Присаживайся, что-то у него дуло как-то странно крутится. Слушай, либо его заглючило, либо, походу, беда какая-то. Садись давай, зараза ты такая! Слушай, он, походу, не хочет. Не знаю, что это сейчас было, но Франклин пытается залезть. Смотри, какие глюки адские, а. Если какой-нибудь глючок слоем, это будет, наверное, хорошо. Бабах! Полетели, полетели! I'm super, bitch! Надо было крикнуть, да? О-о-о-о, тихо, держись! Держись, твою мать! Охренеть можно. Самое обидное, что мы копов таки вызовем, да? Самое обидное то, что оно реально никак у нас больше не управляется. Это беда. Знаешь, я тебя, наверное, тут оставлю, ты слишком большой, и... Мы, конечно, тестировали с вами огромную тачку, чего только у нас не было. Охренеть. Знаешь, какой-то постапокалипсис напоминает, типа Крайзиса. Вот, я вспомнил, похоже очень даже на Крайзис чем-то. А он хотя бы взрывается? Тебя убить-то вообще реально? Вообще, в принципе, я думаю, подорвать эту хрень можно. О, пошла, родная. Так. Смотри, как эпично, а? Так. Тем не менее, мы с вами тестируем все подряд, так что удивляться не стоит. Такая хурма у нас тоже бывает. Не всегда моды попадаются прикольные, но, в принципе, роботы сами по себе забавные. Так, я думаю, что сейчас слетаем к третьему роботу и с ним устроим погром прямо, наверное, вот на этой трассе. С копами, да? Почему бы нет? Третий, последний, так сказать, заключительный на эту серию робот. Мне кажется, он самый прикольный, он такой желтый весь. Оп. А кто у нас из трансформеров был желтый? А ну-ка, напомните. Также интересно было посмотреть, почитать. Так, братан, смотри, в принципе, система та же. Те же поезда, те же танки, но немножко другая конструкция. Он у нас поменьше и действительно похож на какого-то грозного такого дезептикона или даже трансформера. Ну что, попробуем? Золотой танк. Эх, Тимати, наверное, был бы рад. Так, залазим. И попробуем, что ты мне покажешь. Так, джетпак, наверное, выключим, нам политушки сейчас не нужны. Это дело можно отключить. Слушай, он такой, он самый няшный, по-моему, да? Самый такой классный, у него в попе два пропеллера, как у Карлсона. По-моему, у Карлсона не было в попе пропеллеров. Ну, суть это не меняет. Так, между столбом. Опа, проехали. Люди. What the fuck are you doing, bitch? О-о-о-о-о, полегче, ёптую налево. Самое интересное, что люди просто в ахуе от того, что здесь творится. Нормально все, чё тебе надо, на сука. Так, можно вызвать безумие. А можно этого и не делать. Я пытаюсь хоть как-то проехать, это сложно. Так, сдавай сюда. Видишь, остальные части, получается, могут проходить сквозь это. Опа, дезептиконы в деле, мать твою. Сейчас проедемся. Это не самая лучшая дорога, не самая удачная, потому что она не полностью не показывает все происходящее. Мне нужна дорога какая-то поровнее даже, я бы сказал. А с самолета можно посмотреть?
Во, видишь, она сразу почему-то выключается у нас. Ладненько, попробуем тогда взлететь и вернуться вот на эту дорогу. Она у нас широченная, так что я думаю, проблем не возникнет. Так, падаем сюда. У нас уже есть одна звезда. Тише, подвинься, сучоныш. Так, я хочу все-таки, может, камера как-то захватит издалека. Опа, проезжаем. Видишь, получается, мы можем проехать где угодно. То есть, как бы за модель, получается, полноценно, да, с текстурами и прочим, засчитывается только ведущий танк. То остальное, оно есть, но сквозь него все проходит, на удивление-то. Слушай, камера какая-то стрёмная, надо будет поставить себе мод, кстати, на... О, машина, наш лимузинчик, смотри. Эй, бич, тихо. Тихо, родной мой. Дезептиконы в деле, зараза. Так, оп, вот это я понимаю веселуха. Вот это нормально. Можно даже попробовать ускориться. Кто знает хороший мод на камеру, пишите, ребят. Я думаю, что надо будет поставить, чтобы делать более кинематографичные такие вот эффекты и съемку. Такс. Почему нам не показывают вид сверху, допустим, когда с вертолета? Мне непонятно это. Так. А что, если я сделаю максимально звезд? Давайте попробуем. Так. Максимум звездочек. Вот теперь должно быть весело. Ладно, я тогда сделаю самостоятельно. Смотри, можно вот так вот. Да, сильно, конечно, не убавишь. Ничего ж не поделать. Оп. О-о-о-о, тихо, не кринься, мать твою. Не надо криниться. Трансформер уходит от копов. Без регистрации СМС. Охренеть. Опа! Свободная камера, по-моему, есть в режиме... как он называется? Творческий или как-то так. Там, где можно делать клипы и прочее. Охренеть. Просто безумно. А давай попробуем взлететь. Так. А вот и наш трансформер. Видел, как он улетел? Ну, смотри. Опа! Полетели. У-ху! Свободный полет. Есть такая штука. Смотри, как забавно. 5 звезд, они могут сейчас, в принципе, пропасть даже. Слушай, камеры просто бессоебная хуетень какая-то. Я обязательно в следующих сериях думаю, что поставлю нормальный мод на камеру, чтобы весь эпик передавался. Так. Может, тебя здесь оставить? Слушай, я мог бы тебя реально здесь оставить, он бы скатился, предположим, в ту сторону. Смотри, выпрыгиваем! Выпрыгивай, Франклин, молодца! Ух! А вот и наш транс... К сожалению, игрушка у нас покрашилась. Олежка по глупости решил нас помнить огромное количество таких вот ботов, но ничего хорошего из этого явно не вышло. Так, ладненько, давайте еще немножко проедем. Я думаю, может, прямо по горам или даже по улице. Почему бы и нет? Фух, блин, а я не знаю, выйдет, не выйдет тут проехаться. По идее, можно. Так, лишь бы не застрять, лишь бы не застрять в этой хрени. Так, Олежец, давай. Оп, хорошо, как... Вот такие вот у нас 3 робота. Может, там еще больше бывало, да не знаю. Я видел, что вроде есть еще какие-то разновидности. Может, они даже стреляют. Если вы знаете интересные моды на роботов, присылайте, посмотрим с радостью. О, газонокосилка, ёпты! Я никогда здесь газонокосилку не видел. Может, ее можно управлять? Вы пока смотрите на моего эпического робота. Я так понимаю, что, видимо, этой красавицей управлять никак нельзя. Люди испугались, убежали. Знаете, я думаю, что мы, наверное, тоже тут закончим. Вот так вот. Слушай, а забраться туда можно? Это какой-то, знаешь, мини-паркур уровень уже получается. Я боюсь, что, в принципе, наверное, можно, да? Как-то с горем пополам. Смотри, да ладно. Представляешь, ты приезжаешь на СТО, чтобы там масло заменить, там фильтр какой-нибудь... И горе-механик пытается забраться, блядь. Где у вас что сломалось? Да, тебе остается только пожимать плечами. Смотри, я куда-то залез. Знаешь, вот в постапокалипсис вот эта махина послужила бы неплохой защитой. Тут можно реально полазить, поглядеть. А сюда можно залезть? А, блядь! Понятно, я понял. Туда лучше не залезать. Слушай, у машины, по-моему, колесо. Да ладно! Ты прикалываешься? Но этот танк не управляет, поэтому ведущий только один внизу у нас. Я могу вот так вот сделать. Давай, веселиться, Роза. Да, я знаю, вы любите этот мод, он реально забавный. Смотри, как делается, смотри, смотри. Опа, бля! И все. Вот как-то так. Все, ребят мои хорошие, я думаю, что здесь мы закончим. Вот так вот у нас получился кратенький выпуск с классными. В принципе, хотя бы за идею лайк здесь, я думаю, можно поставить. Молодец, Сухарик, что сделал такие классные штуки. И вообразил мечту многих. В детстве я действительно мечтал о чем-то подобном. Из Лего или советских конструкторов что-то пытались сделать, но не всегда получалось. Это были у нас GTA 5 моды. С Брейном увидимся, услышимся в новых выпусках. Пока-пока.
Ну, я пока сяду в эту прекрасную машину, конечно же. Выброшу отсюда труп и на радостях уеду нахер. Эх, поехали искать новые интересные моды.